Из этого урока вы узнаете, как добавить поверх фотографии красивую рамку в программе «Фотомастер», а также настроить ее размер и цвет. Запустите фоторедактор и откройте нужный снимок. Перейдите в раздел «Текст и рамки» и щелкните по пункту «Добавить рамку». На экране появится каталог со всеми доступными вариантами. Щелкните по той или иной рамке. Она тут же будет добавлена поверх вашей фотографии. При желании измените цвет обрамления. Щелкните по подходящему цвету в списке или подберите оттенок вручную в палитре. Вы можете изменить рамку в любой момент. Просто нажмите на другую в коллекции. Если выберете белую фигурную рамку, то дополнительно сможете настроить еще и цвет фона. Результат тут же можно будет увидеть на экране. Нужно сделать рамку больше? Передвиньте ползунок на соответствующей шкале вправо. Если требуется уменьшить обрамление, то сдвиньте его влево. Просмотрите все доступные варианты, прежде чем сохранить результат. Вы можете выбрать оформление в стиле минимализм или более интересный вариант с завитушками. Также в каталоге программы доступны векторные рамки с цветами. Их размер вы тоже можете настраивать по своему усмотрению. Если планируете распечатывать фотографию, то обратите внимание на оформление в стиле багетных рам. Выберите подходящую рамку, настройте ее толщину и готово. При необходимости вы также можете добавлять свои пресеты рамок. Узнайте про все возможности программы. Посетите официальный сайт «Фотомастера» прямо сейчас.